Алексей, поздравляю с победой. Эмоциональная, классная, атмосферная домашняя победа. Какой она была для вас? Да вообще супер игра, просто настоящая война была, как бы, и обоюдоостро, и много силовой борьбы, много стычек, и вообще просто кайф. Такие игры, мне кажется, в таких играх команда растет, игроки растут, и вообще просто кайфанул сегодня. Здорово, что мы выиграли. Здорово, что я вообще рассказал, что мы выиграли. Ну, точнее, что мы хотим выиграть, и мы выиграли. Алексей, Алексей Пустозеров побежал бить Александра Радулова. Что это было? Ну, а что? Что в этом такого, как бы? Если он там ездит, тыкается, мы что, на него должны смотреть, что это какая-то там величина? Ну да, он как бы много достиг, но это игра, здесь не надо смотреть на фамилии. Каждый бьет каждого, поэтому это часть игры, и здорово было с ним там. Максимально эмоциональный второй период. Сами поняли, в какой момент начались вот эти массовые стычки? Вот как сейчас? Да, как бы стычки были с самого начала, просто как-то потом они участились, как бы, и здорово, что мы выходили как бы достойно из этих стычек, мы держали удар, мы наносили первые удары, как бы, и это как бы сделало задел, и в итоге мы победили, это здорово. Но, как бы, говорю, тут и Акбарс отличная команда, и поэтому хороший матч получился. Это лучшее зеленое дерби сезона? Это вообще, наверное, да, для меня, да, потому что это очень интересная игра была, я говорю, просто... Я получил огромное удовольствие, тем более то, что у нас была такая неудачная серия, и в такой игре мы себя показали как одно целое, как единая команда, и я еще раз повторюсь, в таких играх команда растет, и здорово, что мы выиграли. А вы помните, как Александр Радулов играл за Салават Юлаев, чемпионство выигрывал? Смотрели за этим? Конечно, я говорю, я же уже говорил, это я раньше там хоккей смотрел только из-за него, как бы, он был одним из моих там самых главных кумиров, как бы, поэтому еще вдвойне там приятнее играть против него, там, сталкиваться с ним, там, выигрывать у него, он отличный игрок, но, еще раз повторюсь, это все эти кумиры уже в прошлом, сейчас надо выходить и выигрывать. Просто хотели прикоснуться к Радулову, да, и прикоснулись, но в более жесткой форме? Хотелось, честно, его, чтобы он свалился, но что-то пока еще надо в зале подработать.